Всем огромнейшие приветики! Сегодня мы с вами оказались в Заре. Покажу вам осеннюю, уже почти зимнюю коллекцию. И что есть интересного в Заре. И примерю разные образы. Пальто оверсайз из мясовой шерсти. Слегка приспущенные плечи, передние карманы с клапанами, подкладка в тон, спереди двубортная застежка на пуговице. Накинутый на плечи трикотажный свитер, кроме того, что это выглядит классно, добавляет образу многослойности в холодное время года. Свитер вполне способен заменить шарф. Пальто-бомбер идеально вписывается в любой спортивный образ, причем как по дизайну, так и по практическим характеристикам. Оно не сковывает движение благодаря слегка свободному крою и позволяет чувствовать себя максимально комфортно.
Замечательный стильный теплый свитер с высоким воротником и пуговицами по бокам и широкими длинными рукавами. И также юбка-шорты из искусственной кожи с завышенной талией. Разрез спереди, невидимка, боковая застежка, молния. Стеганая куртка с высоким воротником и съемным капюшоном на молнии. Двухсторонняя вещь – модная тенденция. Предпочитайте быть всегда разной, обратите внимание.
Теплая, практичная, удобная куртка-пилот. Идеально вписывается в повседневный зимний гардероб. Прекрасно сочетается как с брюками или грубыми ботинками, так и с длинными, короткими юбками или платьями. Пальто из искусственной овчины. Передние прорезанные карманы, подкладка в тон, двубортная застежка на пуговице спереди. Thank you.
Симпатичный трикотажный свитер и шорты с высокой посадкой. Такой наряд, скорее всего, не сможет соответствовать рабочему дресс-коду, однако как вариант неформальной обстановки костюм идеален. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание, за ваши лайки, комментарии. Мне безумно приятно. Я с вами прощаюсь совсем ненадолго. Увидимся с вами совсем скоро в новых роликах. Берегите себя. Пока!